Приветище! Сегодня у нас ютубер Тайкон 3 Fortnite. Я не удержался и решил посмотреть, как Тайконы реализованы здесь, в отличие от того же Роблокса. Вот мы уже подъезжаем к моему будущему дому. Райончик новенький, незастроенный. Шикарно. Добро пожаловать в ваш дом, где вы начнете свое ютуберское путешествие. Нужно приобрести дроппер. Наш первый дроппер. Один лайк — это $1. Уже, да? Я хотя ничего еще не делаю, но доллары уже капают мне в кармашек. Собираем бабосики. Покупаем еще один дроппер. Теперь у меня в 2 раза больше баксов капает в секунду. И я еще ни одного ролика даже не выпустил, потому что у меня нет компа, его нужно купить. Помимо моего дома, ты мог заметить здесь магазины, где можно тоже что-то приобрести. Мы туда обязательно сходим. А у меня уже 239 баксов накапало, и теперь я могу позволить себе компьютер. Хочешь более мощный компьютер? Тогда заходи в ПК-шоп. Ага, ты посмотри на мой компик. У какого дедули я его отобрал? У нас есть 2 типа начать свой путь. Либо застримить, либо записать видосик. Я выбрал записать видосик. Мне это привычнее. Ты можешь наблюдать процесс сие деяния. Теперь я монтирую. Написано, что если хочешь монтировать быстрее, нанимай народ. И теперь мы это все грузим на платформу. Если хочу грузить быстрее, нужно апгрейживать Wi-Fi. У меня есть Wi-Fi? Глядя на мой рабочий стол в виде коробок, я думаю, что у меня нет Wi-Fi. Да и системник еще ужасный такой. Значит, первый ролик мы уже опубликовали. И у меня пошли первые подписчики. Уже 60, 74, 80. Я не успеваю считать, как быстро они набираются. 2 ролика я уже опубликовал. Подписчики прут, просмотры идут. А я хочу поработать руками. Когда тебе надоедает быть ютубером, просто берешь кирку и начинаешь долбать что-нибудь дома. За это ты получаешь 1 бакс и 1 подписчика. Как бы символично это ни было, но это явный намек на то, что блогерская жизнь когда-нибудь закончится, и ты пойдешь работать в шахту, например, или на завод. Предлагаю собрать... О, 2000 баксов, отлично. Следующий дроппер у нас за 1000 подписоты. А я купил себе Wi-Fi наконец-то. 1 мегабайт в секунду. У нас скорость. Хочу больше. Во, теперь 5 мегабайт в секунду. С антенной лучше стал ловить. Покупаю стены. А то на улице жить как-то неуютно. Тут появился шарик, и он говорит, что можно изменить цвет своего дома. Вау. А можно другой цвет? Подождите, я хочу, вот, например, лава. Она еще и анимированная. У меня дом можно анимировать по текстурам. Стекло. О, пусть будет прозрачный. Пойду-ка прогуляюсь до магазина, гляну, что могу прикупить себе для ПК. О, у меня тут сосед развлекается. У него, кстати, больше подписоты, чем у меня. Мужик, стой, ты на меня не подписан, быстро подписался. Обидно, что прохожих нельзя бить. ПК-шоп. Здорово, заходи, апгрейживай свой комп. Значит, вот у меня такой сейчас комп. А вот это за 1250, да? Денег у меня пока нема, надо подзаработать. Пойду выпущу еще парочку роликов. Сосед, здорово! Передавай там привет подписателям от меня. Когда ворвался на чужой стрим? В прямом смысле. О! У меня 2000 в кармане и... пойду компик покупать, короче, ладно. Не буду ничего апгрейживать у себя в хате. Всем привет, подписывайтесь на мой канал. Надо пользоваться моментом, пока он стены не возвел. Наконец-то! О, с 15600, не, дорого, вот этот беру. Что, мне его домой привезут? О! Вот это нормальный системник. Надеюсь, теперь Fortnite не будет лагать. Я же типа Fortnite снимаю. Сосед что-то залип. Не снимает ничего. У меня еще в кармане 990 баксов, и их можно потратить на арсенал, например. А то вдруг сосед придет и скажет, ты переманил моих подписчиков, и ты поплатишься за это. А у меня тут молот. У меня молот будет против него. Сейчас поколбасим. Короче, молот бьет мощно, но толку от этого нет. Все равно за... Ого, комбо, елки-палки. Короче, все равно за 1 удар я получаю, как и с киркой, плюс 1 подписчик и плюс $1. Ну, что, пришло время затестить компьютер. Вроде пошустрее стал записываться ролик. Прям таки прилично шустрее. Апгрейд компа на монтаж вообще никак не влияет. Нужны какие-то редакторы. Но загрузка ролика на платформу осталась в принципе такой же. Просто нужно Wi-Fi покруче купить. Готово.
забираю свои честно заработанные и трачу их на апгрейд Wi-Fi. 10 мегабайт в секунду, вот эта скорость. Хочу больше. А это что за геймер-рак? Коробки с цветочком. А тут что? Шелф, это же как полка переводится, да? Ладно, поработаю. В этот раз постримлю. А, я тут ничего не делаю, просто смотрю в камеру. Подписывается по 20 подписчиков, по 12. Я вижу какие-то комментарии, вон пишут типа пока-пока. Сейчас ты можешь слышать мой оригинальный голос. Вот так вот пискляво я болтаю. Кто-то спросил, как мои дела. О, первый донат, 100 баксов мне задонатили. Ничего себе. Устал стримить, решил заняться физухой. Настало время купить себе дроппер. Сейчас бабки заберу. Уже на самом деле давно надо было его купить, и я что-то вовлил этот момент. Теперь у меня их 3 штуки. Надо записать видосик, давно не пилил его. Заодно проверю скорость моего Wi-Fi. Накопил на новый системник, бегу его покупать. И теперь Fortnite у меня вообще будет на 60 FPS летать. У меня уже 17 тысяч подписчиков. И я могу себе уже апгрейдить студию. Live Studio. Погоди, что это такое? Танец за подписку? А можно вот граффити нарисовать? Ну ладно, да. Прикольно, я танцую, ко мне подписота подписывается. Плюс еще реакции всякие вижу, смайлики он посылает мне. А донаты тут есть? Если мне задонатят, что я буду делать? О май гад, Лео задонатил мне 100 баксов! Все, я сваливаю, он мне задонатил, и я сваливаю. Лучший ролик позаписываю. Я, кстати, обратил внимание, что у меня мышка с моими пальцами в системнике иногда бывает улетает, и что-то как-то я мимо коврика мышкой и лозю, да? Видимо, коробка лучше, чем коврик. А еще я обратил внимание на свой микрофон, и его бы надо бы заменить. А то меня совсем, наверное, мои подписчики не слышат. Покупаю полку. О, теперь это реально полка. Также дерево. Я такой у соседа подсмотрел, и тут, видишь, яйцо есть. Купи себе пэта. Как-то они дорого стоят. Пожалуй, без них обойдусь. Апгрейд Wi-Fi! Теперь у меня 50 мегабайт в секунду! И бабки на этом закончились. Пойду киркой поработаю. Пора уже купить себе окно и улучшить арсенал. Ууу, джитпак! Джитпака нам надо... О-хо-хо, начальника, я теперь летать умею. У соседа, кстати, уже второй этаж появился. Обалдеть, как он расстроился. И у него, между прочим, 57 тысяч подписчиков, а у меня 41 пока. Отстаю от него, отстаю. Что еще апнем? Бункер, может быть? Нет, не бункер. Влог-камера! У меня теперь есть камера! Боже мой, я теперь буду снимать влоги! Привет, подписота! Это мой дом, но он еще не достроен. Поэтому периодически я буду выкладывать влоги о строительстве моего дома. А еще я сейчас дубасю коробку, чтобы подзаработать немножечко баблишек. Все, влог записан, видео опубликовано, я получил плюс 20 новых подписчиков. У меня в кармане 11 тысяч баксов. Слетая до Макзика, посмотрю, что там можно прикупить. For sale. Прикинь, магазин за 2 миллиона 650 тысяч продается. Можно купить весь этот ассортимент вместе с магазином. Значит, покупай монитор себе новенький, а то с этим квадратом уже невозможно. Ну вот, расширили угол обзора. Для работы это важно, да и для игр тоже. Также немаловажна моя осанка. Надо прикупить себе нормальный стульчак. А то на моем пластиковом табурете красном я только геморрой заработаю. Ну вот, все удобства есть. Осталось прикупить себе мышку, клаву, коврик. Офигеть, а что ковры такие дорогие? 26? Это такой у меня есть. Микрофон, вот, кстати, микрофон, давай. Ну, у меня такой, в принципе, и был. Да. Вот такой вот микрик надо. Клавы... За 3000 баксов. Да где такие цены-то видели вообще? Чё по столам? Во! Вот мне этот... Давай вот этот стол. Наконец-то я избавился от коробки! О, ничего, он еще и красненький стал. Все, я опустошил свои карманы. У меня осталось $282. Сосед там что-то... У него бассейн есть.
Я себе, наверное, тоже скоро такой куплю, но зачем покупать, когда у соседа есть? Можно вечерком тихонечко туда залезть и помыться. Ладно, покупаем дроппер 4, он золотой. И надо бы записать ролик. На новом мониторе вообще так кайфово работать. Да еще и новый стол. Да, ой, шопки-то как мои мягкие, уютно. Кайфец вообще. Я, кстати, не обратил внимания, как... Загрузка, ты посмотри, загрузка как летит. Запись роликов тоже очень сильно ускорилась. И это не может меня не радовать. У меня уже 155 тысяч подписчиков, и я могу себе позволить бассейн. Как у соседа. Я решил, что я буду как бомжара какой-то в чужих бассейнах купаться. Я себе свой позволить могу. По такому случаю надо лайфчик замутить. Этот танец посвящается Лео, который задонатил на прошлом лайфчике соточку. Лео, донатит еще сотню. Лео, ты красавчик, я тебя люблю. По такому поводу лови. Красава, донат, это мое все, это моя жизнь. Ну все, хватит. Улучшим арсенал. Может, что отдельно? Присоска? Соска-присоска. И что она умеет делать? Прикольная штука. А до острова долетит? Не, не долетит. Я теперь Человек-паук. Только вместо эжекторов у меня пушка с вантузом. Значит, для следующего компа... Сколько тут? 68 тысяч. Ну вот за 35 тысяч я себе мог бы позволить компик, но пока деньги не хочу тратить. Сосед развлекается в коробке, разряжает обойму из автомата. Так-то дельно. Это куда шустрее, чем киркой долбить. Дроппер еще один золотой покупаю. Все, походу, дроппера это максималочка, да? Деньги текут рекой, но недостаточно рекой. О, может бункер открыть? Посмотри, что это такое. Кнопка какая-то. Нифига себе, это мое тайное бет-убежище. Прикольно, а это что за портал? Но он чуть не работает. У меня даже сейф есть, но его сейчас так просто не открыть. Ладно, бункер оставлю напоследок. Сейчас его апгрейдить не буду. Так что закрываем. Так, что я там еще хотел? А, точно! Арсенал свой улучшить, чтобы автомат получить. Что за банки? Кстати, у меня пистолет был, я что-то не обращал внимания на это. Что там за банки-то? Бодрящая бомба! Ого! Сочно! Блин, пистолетом куда шустрее набиваются все очки. А, ну перезарядка. Короче, что киркой долбить, что из пистолета стрелять одинаково по скорости. Но если бы не было перезарядки, то пистолет бы выигрывал, мне кажется. А, хорош коробку долбить. Давай сейчас бабки соберем и будем прокачивать мое жилье. Апгрейд Wi-Fi. Так, у меня там, наверное, уже 100 мегабайт в секунду. Не посмотрел, ну ладно. Гараж обязательно. Куда ж тачки ставить? Цветочки прокачаем. Дверь обязательно лазерную, чтоб сосед не проник. Арсенал еще вкачаем. Лазеры такие себе, фуфловые. Опять какая-то банка. Прыскучий нектар. Давай же бахнем. Ну, ничего, бодрячком такой вроде. Я думаю, что настало время прикупить себе редактора. Реально, редактор сидит там, что-то редачит мне. Смартфон купим и тачку купим, и security-систему, чтобы бдили за моим домом. Гляну хоть на смартфон, что там. О, смартфон, селфи делаешь, и тебе подписчики прибавляются. Круто, что? Ну, в общем, вот такой вот YouTube лого у меня получается. Ролик будет не слишком длинным, я бы даже сказал коротким, потому что непонятно, нравятся вам тайконы в Fortnite. И вообще, хотели бы вы посмотреть другие режимы здесь. Поэтому голосуй лайком, спускайся вниз под ролик и ставь лайк, если понравилось. А на сегодня это все. Не забудь еще подписаться, чтобы не пропустить следующий ролик. И тогда мы вновь с тобой увидимся. Так что, до встречи.